экономим место на столе и порты компьютера. В этом видео распакуем комплект клавиатура плюс мышь Logitech MK330. Комплект поставки. Клавиатура, мышь, USB-приемник, две батарейки типа 3А для клавиатуры, одна батарейка стандарта 2А для мышки и документация. Начнем с мыши. Это миниатюрная мышь с пластиковым симметричным корпусом. При длине в 99 мм эта мышь подойдет для любой руки среднего или небольшого размера. Учтите, что она весит всего 75 грамм с учетом батарейки. Любителям тяжелых мышек придется привыкать. По клавишам все просто. Правая, левая и колесо прокрутки. На дне мышки разместился отсек для батарейки и приемника, а также оптический сенсор на 1000 dpi. Теперь о клавиатуре. Это полноразмерная модель с цифровым блоком и 11 дополнительными клавишами в верхней части. По механизму все стандартно. Мембранные клавиши с тихим и мягким ходом. На тыльной части клавиатуры находятся ножки для регулировки наклона и отсек для батареек. На одном комплекте клавиатура проработает до 24 месяцев, а мышка до 12. Подведем итоги. Такой набор избавит вас от проводов и сэкономит свободные USB-порты, поскольку и мышка, и клавиатура работают через один приемник. В остальном это обычное устройство для простой работы за компьютером. Если много играете, то лучше посмотрите на отдельные игровые модели.